перенести реструктуризованную задолженность по бюджетным кредитам на 2029 год. Речь о сумме в 383 миллиона рублей. Проект закона республики рассмотрели сегодня на заседании Совета парламента. По мнению депутатов, такое решение даст сразу несколько преимуществ. Вот эти, которые освобождаются средства, их можно использовать на погашение задолженности, скажем, по бюджетным кредитам, на выполнение каких-то инженерно-соискательских работ, проектирование и так далее. То есть там целый перечень, который можно посмотреть. Говорили об изменениях в бюджетный кодекс и бюджетный процесс, а именно возложить на правительство республики полномочия по разработке и утверждению долговой политики региона. Необходимо провести анализ текущей ситуации и определить те подходы, которые обеспечат стабильную динамику в будущем. Поручаю комитету Асламбек Шамилович вместе с Министерством финансов республики посмотреть и подготовить материал и на одном из заседаний Совета парламента послушать тенденции развития стратегии долговой политики республики на ближайшие годы. Это с учетом использования и инфраструктурных бюджетных кредитов, это и государственно-частное партнерство. Еще один законопроект, который вносит правительство, касается передачи исполнительному органу ряд полномочий муниципалитетов на неограниченный срок. Среди них утверждение генпланов, правил землепользования и застройки, а также схем территориального планирования. Председатель парламента Таймур Астускаев поручил комитету по вопросам ЖКХ и строительной политики совместно с органами муниципальных образований, Союзом архитекторов провести круглый стол по вопросам сохранения архитектурного облика и развития Владикавказа и районов республики.